Ух ты, вот это тебе заява! Васян! Всем привет! Продолжаем прохождение Майнкрафт. Потихонечку... Ай, блин, господи Иисусе, что тебе надо от меня? Потихонечку прогрессируем. Убиваем пауков. Так, нам нужно будет... Видите, я начал настраивать портал, да? Ловушка работает, кстати, вообще идеально. Как надо прям. Мне еще дали совет, чтобы, например, блок ниже, у нас же два блока в высоту идет, сыпучие пески. Можно нижний блок заменить на факел. Типа так будет лучше. Мне нужно будет потом здесь построить дверь. Я не знаю, успеем ли мы в этом выпуске железную дверь поставить, да? Но в этом выпуске мы пойдем в первую очередь за лошадью. Да, давно мы хотели найти эту тупую лошадь. Пришло время. Давайте поэтому все сбрасываем с себя, сбрасываем. Без какой-либо сортировки просто выкидываем, делаем хлеб сразу. Сбрасываем, так сказать, лишний груз. Надо взять яблоки. Давайте подумаем, что нам нужно, чтобы привлечь лошадь. Каждый, короче, комментарий писал по-разному. Миллион вариантов написали. Ну, я думаю, я знаю, как. Нам нужно яблоко. И чтобы не бегать за лошадью, знаете, что бы я сделал? Я бы сделал вот таким вот образом. Смотрите, видите? Прощай, моя любовь. Ой. Так, нам нужно поставить факел, мы потом придем и лошадь к ним привяжем, к этому факелу. Давайте все лишнее выкинем, останется еда. Нет. Нам нужно будет еще оружие, да, так как у нас мало еды. Мало еды, мы поубиваем по дороге мутантов. Ну, животных, всех подряд поубиваем. Всех подряд. Так, сейчас, секунду. Ладно, давайте возьмем алмазный, потому что это уже сломанный. Так, все, давайте покушаем. И нам нужно сделать одну вещь. Как называется? Лассо. По-моему, называется лассо, да? Или нет? О, лосось. Ха! Лосось. Нет, лосося мы еще не ловили. Так, подождите, как же вспомнить-то? Из чего же он делается? Специально для лошади, да, чтобы на шею ей кинуть и сюда притащить. Так, о! Во, поводок! О! Сгусток слизи обосранный! Нет, у меня нету сгустка слизи, к сожалению, мы так и не нашли. Ладно, пойдем без него. Так, нам нужно седло. Седло. Так, где у нас? Здесь у нас были седла, да? Вот, седло есть. Ну и все, побежали. О! А, это еда сырая. Все, пойдемте. Лошади у нас были. Это я пробую строить всякие приборы, но пока не очень получается. Но в любом случае, если я сделаю, я вам покажу обязательно. Так, осторожно. Лошади были с той стороны, насколько я помню, да? Хоть бы получилось. Но, по-моему, нужно было только яблоко, насколько я помню. Некоторые писали, что нужно стак яблоко. Некоторые писали, что нужно золотое яблоко. Что-то мне кажется, это бред. Давайте посмотрим, что у нас получится. Лошадка это очень хорошо, потому что она очень быстро передвигается, да? И мы сможем путешествовать только так. О, с одного удара, смотрите, нормально. Так, где у нас лошади? Где? Потерялся. Это здесь должна быть. Резина, вон. Давайте перейдем. Лошадь! Ути-пути-пути! Ну, блин, я заблудился. Блин. Так, пойдемте с этой стороны обойдем. И опять я кирку не взял. Ну что ж такое? Постоянно пробегаем возле... Как называется? Ну это вот тотема, короче, да? И у меня нет кирки. Как всегда. Его можно сломать только с помощью кирки. Так, здесь мы были, по идее.
Да, видите, наверху нету говна. Знаешь, мы здесь были. Все, быстро у нас кончается еда из-за того, что мы бегаем очень быстро. Но я не могу найти лошадей. Вообще не могу найти, как будто в другое измерение попал. Странно. Странно. Еще раньше, когда не было всяких приборов, мы делали ловушки с помощью кактусов. Да, я, конечно, не помню уже ничего, но можно попробовать. Капец, а где вообще? Ладно, пойдем с другой стороны. По идее, там. Так, зомби, по идее, там, а с той стороны был берег. Пойдем с этой. Вот цветы. В принципе, они нам нужны, чтобы активировать потом портал, да? Можно быстренько сорвать. Из них получить огниво. Вот. Ой, что это было? Так, вот, теперь нам нужны лошади. Давайте, появляйтесь. О, вижу лошадь. Деревья, видите, какие конченые. Ну что, черная, да? Красиво. Кстати, они все уматные, то есть много красивых цветов. Вот, например, вот это, да? Типа бульдог. Не бульдог, а это. Как коровы, например. Корова. Во, кстати, еды много, надо еду собирать потом будет. Ну что ж, давайте, наверное, черную выберем. Самый красивый цвет. Эти обычные. Давайте не будем гадать. Да, мы как раз здесь были. Все правильно, я вспомнил. Вот в этом месте мы и были. Попробуй только отказаться от моей еды. А, подожди. Не, смотрите, не соглашается мразь. А-а-а. Реально нужен, наверное, стак. Да, нужен стак. Я думал, что я один раз дам покушать, и у меня сердечки появятся. Нет. Ладно, сделаем тогда другой вариант. Мне сказали, что можно пробовать разные варианты, пока кто-нибудь не согласится. Видимо, мы не будем выбирать себе лошадь. А нам придется взять ту, которая согласилась быть с нами. Ну давайте, хоть одна лошадь, эй. Твари. Ну. Давай, братюня, кто-нибудь, примите меня на свою спину. Ну да, я залезу, дура тупая. О, смотрите. Это уж это интересно, но я не могу ей управлять, да? Ну да, это я просто сел, но она меня скидывает. И-и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 -
Кстати, скоро будет ночь. Это проблематично. Ну блин, ну, дура, ну давай. Ага, ну что делать? Поехали. Ур-р-р-р. Поехали, сказал. О, смотрите, она полюбила. Перестала скидывать, да? Подождите, я вроде понял. То есть нужно было просто на нее забираться, пока она вас не полюбит. Смотрите. Все же я хочу черную лошадь. Сейчас возьмем и побежим. Вот. Черная, черная. Смотрите. Сейчас она будет скидывать. А мы опять залазим. Скидывает, да? Залазим. Скидывает. Ты где? Я потерялся. Вот она. А, так. Ну нет, она дикая вообще какая-то. О! Сердечки появились. Я жму Shift. А-а-а! Поехали, братюня. У-ху-ху! Прыгать она не может, да? Сколько я понимаю. Пауки сраные. Нету безвыходных ситуаций. Ой, подождите, стоп, 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 осторожно. Меня чуть не убили. Так, теперь нужно добраться до дома. Я думаю, это будет проблематично. Еды мы так и не взяли. Ой, блин, да. Что я еще пока не привык к управлению. Что? Дура, блин, тупая. Меня с этой лошадь выкинула. Она работу не любит.
Так, сейчас придумаю что-нибудь. Давай, иди в жопу отсюда, мразь. Моя лошадка. Пошли. Капец, она не хочет. Нужен провод, да? Да, нужен поводок. Нужен поводок. Ну, детка, иди сюда. Сколько вас пришло? И что, он так и будет там сидеть? Да, о, у меня же оружие есть. Че же я туплю-то? Гуля-гуля-гуля, ну чё, пошли, ну, пойдем, чувак! Может, по одному миллиметру мы дойдем? По одному миллиметру! Блин, опять засосало меня, давай! Я думал, это будет легче. Все, так, немножко хп отнялось, а я не помню, как его регенить. О, мы куда-то вообще не туда идем, по-моему. Мы куда-то не туда идем. Так, а чё он... А, все, я вспомнил, подожди, я забыл. Во-во-во, мы шли в ту сторону. Чё, мне кажется, он медленно бежит. Наверное, нужно говно это одеть на нее. Так. Куда мы забрели? Поехали. Интересно, а лошадь может засосать сыпучий песок? Может. Блин, а. Ну, там чуть-чуть засосало. А-ха-ха, вы видите, да, сколько приключений? Я чувствую себя как этот... Как мужик, который, знаете, перевозит от машины. Здесь такой же геморрой. Нужно доставить лошадь домой. Но мы это сделаем, сделаем. Так, по воде, конечно, нежелательно, да, как я понял. У лошади есть баги, начинают тупить, когда мы ходим в воду. Ну что делать? Дура тупая, иди прямо. Во. Смысл выкидывать меня, потом подбирать и идти дальше, не понимаю. Смотрим, все, let's go. Тем более у нас еще есть снаряжение на лошадку, мы сможем одеть. Сделать ее модной, во. А, да, там, по-моему, броня. Ох ты, чмо! И заметьте, продамажили меня, не лошадь, а меня продамажили, давай. Сколько криперов-то? Достали своей водой. Во, нормально. О, в кольчуге, видали? Так, 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 давай. Как мы далеко от дома. А, подождите, я же могу два раза нажать, нет? Надо посмотреть, по-моему, ускорение есть, но я пока не понимаю, как оно ускоряется. Если два раза сжать, то не помогает. Опять вода. Сколько воды-то, а? Ну что ж такое? Давай! Поплыли, где мой дом? Во, во, мы уже пришли! Во, во, полегче! Нифига криперов! Так, теперь мы должны переночевать. Нам в любом случае нужно будет как-нибудь привязывать лошадь. Она же может, по идее, убежать. А мы можем зайти на лошади в домой? Блин, там крипер. О, я могу бить. Это хорошо, смотрите. У-ху-ху! Не, пока не получается. У-ху-ху! Я реально, я прям как наездник. Кстати, заметьте, у меня нету еды, когда я на лошади, да? То есть голода нету, это хорошо. У-ху-ху! Сдохни, тварь. Так, ну в принципе уже не смешно, меня могут убить сейчас. Ладно, все, хватит баловаться, попробуем зайти в дом. Блин, не влазит, жопа, не влазит. О, влезла. Ха-ха-ха, злодей. Ну все, вот такими вот темпами у нас появилась лошадка. Здравствуйте. Красивая лошадка. Эй, полегче, Вася. Так, у нас лошадь может тоже нажимать. Поэтому ее нужно будет поставить на первый этаж. Мы сделаем гараж. Пока мы переночуем. Мы не можем переночевать, да, из этих тварей. Уйдите.
скоро я уже дострою первый этаж, там осталось еще немного. И все, и там будет библиотека, а рядом мы сделаем, например, гараж. Там будет стоять лошадь. Не, ума. О, да, что я хотел сделать. Во-первых, нам нужно похилиться. Нам нужно похилиться. И нам нужно одеть на нее броню. Посмотрим, что у нас есть. Какая у нас есть броня. У нас, по-моему, было две брони на нее, если я помню правильно. Так. Я ни одной брони. О, еда. Эй! На кнопки-то не жмилась. Чтобы она не жала на кнопки, ее нужно, короче, привязать. Но у нас проблема с этим небольшая. Так, ладно, ищем. Где, я не вижу. Опять еда кусок. Ага. Железная. Где-то еще была. Ну ладно, железная подойдет. Да ты чё творишь-то, а? Давайте поспим. Побыстроляну. Все, теперь у нас появилась лошадь. Мы должны за ней ухаживать. Кормить ее. О, я могу кормить ее сеном. А, нет, подождите, не могу. Хватит баловаться. Так. Во. Ага. Ну вот, это уже круто. Смотрите, ну другое уже дело. Солидный человек, так сказать, уже. Пойдемте быстренько раскидаем мутанта. О! А где у нее броня? Почему брони я не вижу? Давай. Бой! У-ху! Мразь тупая. О! А че меня-то бьют? Нечестно. Чем лошади броня, если бьют меня? Надо еще привыкнуть к управлению. Да хватит уже бить меня, тварь. Во. Хм. Нифига понабежало мутантов. Не, прикольно. Так, подождите, как же он бежит? Да стоп, стоп, мне не то. В любом случае, нужно будет, короче, сделать поводок, да, в любом случае, без него никуда. Ну, по-моему, она бежала быстрее. Странно. Я попробую тогда, знаете, как попробую еще одну лошадь, тогда уже сам, да, и гляну. Может быть, есть все-таки разница в лошадях, то есть, может, какая-то быстрее, какая-то медленнее. Ну, как-то она медленно все равно бежит. Я помню, я когда садился, вообще прям летал. То есть, получается, я, если сделаю разбег, я буду быстрее бежать, чем на лошади. Не, красивая такая. И какая. Странно, почему я не могу кормить ее? Пшеницей. Ну, давай, разбег. Ладно. Что нам сейчас нужно сделать? За этот выпуск мы сделали самое главное, да, нашли лошадь, это самое главное. Нам нужно будет построить для нее домик. Знаете, как мы сделаем? Мы построим домик не из того же, из чего мы сделали основной, то есть не из адского кирпича, да? А, например, из чего-нибудь другого. Самый лучший пример какой? Это у нас, например. Например, булыжник, да? То есть не просто булыжник, а из камня. Но нам нужно много булыжника. Вот, отлично. Нам нужно будет приготовить булыжник, и из камня мы построим, типа, не то что сарай, да? А домик для лошади. Будет вообще прям эпично выглядеть. Такой домик красивый. Там будет лошадь. Интересно, а если мы выкидываем на землю лошадь поднимая, скорее всего, она поднимает яблоки и так далее. То есть будет лошадь, и надо как-нибудь крышу построить. Построить ее под углом. Под углом. Как-то строят под углом. Ой. А чё медлительность? Чё я сделал? Я, наверное, сырое съел говно? Ай. Эй, стой, 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 псина. Поехали домой. Пока поживем у меня дома. Опа. Все, давайте пока начнем тогда строить. 25. Нет, нет. Домой. Уже погуляли, хватит.
И нужно будет, короче, найти эту вот слизь. Она реально нужна, просто как кровь из носа. Так, ну что, давайте смотрим. 33. Ну, немножко. Мало, конечно. Лошадь, в принципе, небольшая, да? То есть мы, например, можем прямо здесь построить. Раз, два, три, четыре. Поставить сюда лошадь. Пять. Оп, 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 оп. Ну, такой загон сделать небольшой. Смысла делать большой нету. То есть... Ну и даже вот так сделаем, так закроем. Ай, блин, а была дверь, ну ладно. Сделаем потом дверь. Ну все, давайте тогда построим быстренько, попробуем. Из того, что нам хватит. Это будет такой домик, вообще будет красиво. Вышел так за лошадью, пошел. У меня лошадиная жопа. Торчит, то есть лошадиная жопа. Так, берем еще. Видите, как быстро переваривает? Переваривает, так сказать. Ага, нам нужен бур, чтобы убрать мои косяки. И смотрим. Ну, да, в идеале сделать посередине, конечно. Ой, так, где меня? Ай, ёб твою медь. Так, японский городовой. Как меня заколебали эти сыпучие пески. Но мы выбрались, нормально. Так, смотрим. Вот это будет обычный такой домик. Ну, не совсем обычный. Я хочу сделать крышу абсолютно необычную. И нужно будет еще. Вот такая вот высота будет, по идее. Хватит такой высоты. Опа. Опа, 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 опа. Вот так вот. И с этой стороны также. Так, мало-мало блоков еще. Вот уже вырисовывается. Можно было сделать из дерева, но не забывайте, что я постоянно воюю. Видали, да? 30 блоков за одну секунду. Что я постоянно воюю, и я замучаюсь эти деревья восстанавливать. У меня... Ай, блин. Потолок не такой должен быть. Подождите, нет. Я хотел бы сделать потолок покруче. Офигенный потолок. Но я не знаю как... А потолок, наверное, надо сделать деревянным. Так, а лошадь нормально выходит? Да, по-моему, она может выйти через одну дверь. Вот такая красота получилась. Более-менее такой обычный домик. Ух ты! Вот это тебе заява! Вася! Не, без поводка очень сложно. Так. И крышу, 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 крышу. Надо придумать нам крышу. Как же реализовать крышу? Я просто ни разу так не делал. И именно, чтобы она была треугольная. А, ну по идее она делается легко, да? То есть, по идее, вот так. И вот так. Все, она получилась треугольная крыша, смотрите. Ха! Как вам замут? Нормальная идея? Вообще будет офигенно. Не, возможно, я блоки все-таки переделаю. Хотя фиг его знает. Сначала мы сделаем следующее. Давайте быстренько сделаем ступеньки еще. И начнем ставить крышу. У нас уже время поджимает. 4, 5, 6, 7. Ну как-то так. Все. 27. И нужно будет что-нибудь, чтобы подставлять. Временное. Например, песок. У нас песок есть? Так, песок я не вижу. Где у нас песок? Песка у нас нет. Заметьте, здесь уголь. И здесь полностью забито углем. Все идеально. Вот, песок есть. Ну что ж, давайте закончим дело наше. Нужно будет забраться наверх. Таким вот образом, да? Вот, теперь должны построить крышу. Блин, немного не представляю. Нет, нет. Не так. На самом деле, это должно быть немножко наоборот. Вот так, например. Вот так, вот так. А вот здесь как?
Ладно, это будет первый очень эксперимент. Будем экспериментировать. О! Так она соединяется. Это уже интереснее, чем я думал. Так, да. Ладно, не проблема, я думаю. Вот так. Сейчас отойти надо будет нам в бок. Я какой-то звук слышу. Ладно, пофиг. Я надеюсь, что лошадь там не пожарилась в лаве. Вот так. И вот так. Тоже первый раз делаю такую крышу. А нужно будет еще вверх сделать. Да блин, вот. Вот так. И последнее осталось вот здесь еще. Оп-оп. Оп-о. Ага, да. Но это еще не все. Дальше мы делаем вот так. Блин. У меня этого не хватит. То есть, по идее, нужно нам полностью забить блоками, да? Ага. Ну все, понятно, короче. Нужно будет еще землю. Ну давайте, чтобы вас не мучить, давайте я это перемотаю. Сейчас я возьму еще земли и сделаю потолок. Ну все, такая вот у нас получилась крыша. Очень красиво вышло, мне нравится. Прям идеально. Смотрите, да? Надо будет убрать это лишнее говно. И будет прям просто идеально! Так, собираем. Опа, оп, 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 оп. Все. Ну, возможно, все-таки надо домик будет переделать. Вот этот цвет мне не нравится. Серый такой цвет говна. Ой. Ой. Что-то быстро сломал. Сейчас исправим. Опс. О, все. Да, нам надо еще сломать крышу. Видите, я поставил листву, да, потому что ее легко ломать. Оп, оп. Во. Как красиво. Вот мне крыша очень нравится. Но он большой получился, я согласен, да. Для лошади это много. Можно, в принципе, попробовать сделать его деревянным, но опять сожгут потом. Ха. О! О, я придумал, каким я... Знаешь, что я сделал? Я сделал его это из песчаника. Да, вообще будет красота. Ну-ка, подождите. О, это мне нравится, реально. Из песчаника я сделаю тогда крышу, да, и полностью домик. Ну ладно, песка здесь много. Так что потом, в следующей серии, скорее всего, вы увидите уже домик полностью из песка. Но сейчас, спасибо всем за просмотр. У нас была главная миссия, это найти лошадку. Мы ее нашли, научились ее привлекать на свою сторону. Всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, подписывайтесь на канал. Всем пока.